Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в RimWorld, продолжаем развивать нашу колонию, в которой все больше и больше людей, нужно расширяться, нужно строить новые дома, сейчас будет уже потихонечку как-то куда-то их ставить, я правда не знаю, куда мы их сейчас будем ставить, но куда-то нужно. Причем дома должны быть 5 на 5 для одного человека, чтобы они были довольны, а это довольно много получается. Так, давайте мы сейчас еще действие назначим выкопку вот этой части железа дополнительного, да, потому что железо у нас закончилось фактически, и нам нужно бы его немного покопать. Так, где мы еще можем выкопать железо? Здесь немного есть, да, но пока что ближайшее только тут. Ух, тут пожарище, ничего себе, не слабо горит так. Да. Так, хорошо, наши ребятки кушают, все довольны. Ну, почти все довольны, ладно. Так, Вайс, ты давай заканчивай с уборкой и иди готовить. О, Антон завербовал Шерона. Короче, без понятия, как правильно звучит его имя. Шерин, ты пойди возьми теперь свои гранаты. Возьми свои гранаты. Вот. И чем у нас будешь заниматься ты? Давайте мы подумаем. Так, 65 лет ему. Кошмар. Стрельба, горное дело. Ну вот, потенциальный копатель. Горное дело этому мы убираем, Геральду. А Шерон будет как раз только горным делом сейчас и заниматься. Все, отлично. Отлично. А Геральд будет все-таки заниматься строительством сейчас. Да, у нас строится потихоньку крематорий, в котором мы будем сжигать тела погибших нападающих, чтобы забывать о них быстрее. Чтобы не оставалось от них ничего, кроме пепла. Так, кто там, что там? А, удалось завербать. Так, кто-то был без дела у нас. Непорядок. Антон, наверное, бездельничает, что-то мне так кажется. Ну вот, да, пошел готовить теперь еду, понял, что можно чем-то себя занять полезным. Вообще нужно, наверное, еще один стол будет поставить, что-то мне так кажется. Так, нужна энергия, куда? А, сюда нужна энергия, хорошо, и без дела Геральт. Геральт бездельничает, фантастика. Так, хорошо, мы сейчас что-нибудь, я не хочу тебе задание никакое давать, ты у нас будешь что-то строить. Стены из камня, да, уже мы можем делать. Стены из камня не проводят электричество, что весьма неудобно. Ладно, давайте пока тогда сделаем парочку деревянных домов, я думаю. Дома нам нужно, я напомню, делать 5 на 5. Так, соответственно, 7 на 7 у нас разметочка идет. Так, вот так, вот так, вот так. Ну, вот это один дом для одного человека. Что, конечно, немного печально. Мне не очень нравится такой вариант, такие дома строить. Так, изучаем, хорошо. Но я думаю, что некоторые из наших колонистов, как минимум самые первые трое, заслуживают отдельного дома, но, с другой стороны, они не получат отдельный дом, потому что назначить конкретно, по-моему, кровать мы не можем, да, для конкретного колониста, если я не ошибаюсь. Так, давайте сразу мы покрытие постелим здесь какое-то нормальное и сразу мебель поставим. Чё нам париться-то, мелочиться? Да, поставим сразу стол, стул дополнить один хватит, я думаю, да. И лампу, ой, красная, зеленая, синяя, простую лампу поставим вот здесь. И даже, я не знаю, склад оружия хочу, чтобы был в этом доме, почему бы нет. Я надеюсь, что он не будет много места занимать, потому что я когда-то построил вот такой вот дом 5 на 5, и пока в нем не было мебели, жилец был вполне доволен. А потом я решил поставить стол, научный стол туда, вот так, на пол комнаты, и тому, кто жил в этой комнате, это очень не понравилось. Очень не понравилось. Он начал жаловаться, что места ему мало. Да. Так, хорошо.
Геральда мы заняли пока что на какое-то время. Чем тут ребята занимаются? Дерево носят. Хорошо. А, да, нужно проводку проложить теперь сюда. Вот к этому строению, к нашему крематорию. Так, и давайте мы сейчас еще сделаем вот что. Мы давненько не собирали готовую еду, которую мы вполне можем собрать вот здесь вот, да? Угу. И, наверное, здесь тоже соберем поблизости. И также точно посмотрим сейчас с деревьями, что отлично. Можем много дерева нарубить прямо с нашей этой, с нашей фермы. Дерево. Так. Ну и эти тоже пусть будут отмечены на вырубку. Чтобы было чем заняться. Блин, Геральт очень быстро, я бы сказал, построил этот дом. Я даже не ожидал такого поворота событий. Так, и нужно еще тоже провести вот так вот энергию. Я думаю, этого будет достаточно. Так, кто-то бездельничает. Хм. А, ну да. Он у нас чисто по копанию. Ну, раз он у нас чисто по копанию, тогда мы... Давайте посмотрим сейчас Левин. Замкнутое помещение. Давайте мы расширим тогда это помещение немножечко, чтобы не жаловался Левин на то, что оно замкнутое. Так. А, иди копай. О, хорошо, молодец. И, возможно, еще сделаем одну комнату для пленных. Я не думаю, что... Ну, хотя я не знаю, может и будет у нас больше 4 пленных, но пока сделаем еще одну комнатку, пусть будет. Так, хорошо. Место пока всем есть спать. Что не может не радовать. Немножечко рационов есть. Пока все... давайте посмотрим. Все в хорошем расположении духа. Левин, да, то, что он... Вот в этом замкнутом помещении находится, ему не нравится. Но сейчас мы это дело исправим. Так, хорошо. О, Антон теперь займется готовкой интенсивно. Уайс займется садоводством. И Портер тоже будет заниматься садоводством теперь. Так что все нормально. Вот здесь кто-то теперь будет жить. Так, новое исследование завершено. И последнее исследование на данный момент, которое есть в игре, это космоинженерия, которая позволит нам построить космический корабль и свалить отсюда. Так, раз, два, три, четыре. Так. Есть контакт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. И дверь мы поставим, наверное, вот сюда. Или также сюда поставим дверь. Да, также давайте симметрично, чтобы было. Тоже паркетное покрытие сделаем. А сразу точно так же поставим мебель, лампу, стол, стул и сразу тоже склад оружия. Снаряжение пусть будет, пусть будет. Так, хорошо. Железо мы здесь выкопали, ближайшее, которое у нас было. Так, а что мы не протянули, я не понял. Или у нас энергии не хватает? Я что-то я не врубил немного. Давайте мы поставим... Здесь парочку аккумуляторов. И также тоже покрытие положим, там, где можем. А исследование через денек закончится, даже уже не через денек, а вот уже практически закончилось у нас последнее исследование. Может, правда, там потом еще будут какие-то исследования, не знаю, последний год. Хотя я не думаю, что это все-таки еще ранняя альфа, и мне кажется, что я все исследовал. Нужно будет стол отсюда вообще убрать потом. Так, хорошо. Хорошо.
Так, и проводку. Там у нас что-то горит. Я надеюсь, сейчас потушат наши ребятки. Так, давайте вот так вот проведем. Космоинженерия завершен. Оу, смотрите, да, у нас... Ага. Корабельный компьютер. То есть это каждое отдельное исследование. И на, как раз на эти исследования потратится довольно много времени. Ясно, понятно. Давайте тогда мы, раз такая пьянка, то мы немножечко так увеличим эту комнатку, я думаю, да, вот так, чтобы места было побольше. Попробуем сейчас поставить куда-нибудь стол в другое место, передвинуть, да, раз такое у нас тут дело. Вот. Пока что давайте мы дверь поставим сюда. Паркет постелим тоже. Стол. И кровать. И лампу сюда. А, лампа дотягивается. Отлично. Даже не придется сюда протягивать дальше кабель. И ломать стенку для этого. Так, хорошо. Хорошо. Сейчас. Что у нас тут? Мне кажется, что энергии уже просто не хватает нашего генератора. Я так подозреваю. Подозреваю. Поэтому сейчас поставим парочку аккумуляторов, посмотрим что-то. Будут ли они заряжаться вообще или не будут. Ну, если что, придется построить парочку солнечных панелей. Ну, а потом можно будет даже попробовать построить еще один генератор здесь. Ну, как вариант, в принципе. Так, хорошо. Так, хорошо, хорошо. Мы продолжаем. Немножко отвлекся. Смотрим, что у нас тут. Ну, ждем, пока построится, достроится эта комната. Тем более, надо еще сейчас быстренько камни отсюда поубирать лишние. Так. Отлично. Санчо пока занимается уборочкой. Да, пока у нас есть лишние эти каменные блоки, которые мы особо сейчас нигде не используем. Так, давайте посмотрим, что у нас с энергией. Ничего у нас с энергией, я бы сказал. Не дотягивается она до сюда. Вот так. Как мы можем дотянуть ее? Как мы можем дотянуть? Мы можем выкопать... Вот здесь вот стеночку такую, да, так хоп-хоп-хоп выкопать. И постелить здесь. Так, давайте пока что это мы уберем. Окей. Ну и здесь немножечко переделать, короче, всю конструкцию. Ну потому что, да, мне кажется реально, что просто-напросто не хватает у нас энергии. Потребляемая мощность 250. Аккумуляторная энергия 0. Энерговыработка 3600. Не, ну вроде проводка у меня везде нормально есть, да, просто якобы не хватает энергии. Ну, сейчас посмотрим. Также давайте сразу мы построим здесь стенку из дерева. Я думаю, зачем нам тут из камня, в принципе, из дерева сделаем стенку. Она как раз проведет проводку к этим генераторам. И все будет замечательно. Так. И я думаю, теперь можно построить где-то с краешку вот этот вот стол исследовательский. Хорошо, здесь будет исследовательский стол. Здесь может быть еще парочка генераторов, в которых будет накапливаться энергия на будущее. Ой, убрать. Вот так я хотел сделать. Блин, они теперь не достанут до сюда, да, что ли? Надо было стеночку по очереди делать. Это будет немного грустно. Так, и давайте пойдем потихонечку к
корабельный компьютер, допустим, для начала исследуем, позволяет принудительно переделать существующий искусственный интеллект в искусственный интеллект корабля для его управления. Что бы это ни значило. Стоп, Геральт, ты что делаешь? Исследую? Геральт, ты ты что? Кыш, займись своим делом. Или тебе нечем заняться, что ли? Сейчас придется вот эту штуку ломать, чтобы стенку здесь доделать. Что-то я так подозреваю. Подозреваю. Ну ничего, я сломаю. Я безжалостный в этом плане совершенно. Так, может быть, тогда мы сделаем еще вот так, 60, там, не знаю, 85, 110. Пусть занимается наш Санчо камнями. О-о-о-о-о. Так, группа рейдеров из пираты расположилась поблизости. Они нападают сразу. Так, смотрим, сколько их. В принципе, мы должны справиться. Давайте посмотрим, кто они. В бронежилете с пистолетом. С пистолетом. Ленфилд. Хорошо, Ленфилд будет. Дробовик. Ёлки-палки. Коктейли Молотова. Граната. Футболка. Так, давайте, знаете, как мы сделаем? Во-первых, Портер, иди. Тем более, Портер в бронежилете. Ладно, давай выкинь бронежилет пока что. И иди на... стань человеком-минометом. Так, дальше. Санчо. Геральт у нас в бронежилете. Хорошо. Я одень бронежилет. Я. Ну, не я, но, в общем, одень бронежилет. И так, R. Давай, сюда. Геральт, тоже включаем боевой режим, сюда. Вот этот вот, короче, наш друг с гранатами тоже идет сюда. И я думаю, мы втроем справимся. Мы втроем плюс... Хотя... А, ну еще Портер на миномете. Ну, в принципе, должны справиться. Ладно, может тогда мы и Санчо тоже отправим на человек-зажигательный миномет. Ну и Вайс еще тоже, чтобы наверняка человек-миномет. Давай, давайте, ребятки, давайте. Отлично. Так, первый уже у нас пришел. И уже раненый. Так, Антоха уже стреляет. Давайте мы Геральда вперед немного отправим. Санчо тоже куда-нибудь вот сюда сейчас, рядом с кладбищем сразу пусть стоит. Так, ох, пошли, пошли. Ну, давай, почти, почти. Стоп, а куда вы пошли, ребятки, я не понял. А, он уходит, он отступает? А, он уже реально отступает. Он испугался, подумал, что нет, не стоит. Не стоит мучиться здесь. Это хорошо. Это очень хороший знак. Так, ну-ка. Сейчас мы давайте... Ау, давай, кидай гранату, кидай и убегай. Кидай, убегай, говорю, что ты делаешь? Алло, что ты делаешь? Убегай. Кинул гранату и вали. Воу, взорвалась. Как же быстро она взорвалась. Ух, Геральт, отступай. Давай, отлично. Кларк убегает. Так, Джимми. Я не увидел, как взорвать. Наверное, эти все-таки ее разбомбили, я думаю. Так. Ну, гранаты не самый лучший вариант такой для такого дела. Хотя вот если ближний бой... А я даже не знаю, у тебя как ближний бой? Броня, рубашка... Ближний бой у него 7, а у этого всего лишь 3. Так что лучше брось гранату. Куда ты? Ты делаешь что-то вообще? По-моему, вообще ничего не делает. Иди спрячься хоть за кактусом. Это как-то... Может, у него закончились просто... А, очень далеко просто. Я понял. Ладно, все, отступай. Ты сейчас коньки отбросишь. Стоп. А где Геральт? Гер, а что ты здесь делаешь? Я что так? Тут как-то я пропустил что-то здесь. Ох, так. Стоп. Геральт, отступай. Давай, отходи.
Этот тоже у нас коньки немножечко отбросил. Так. Зато они наобщаются сейчас. Портер, иди спасай друга. Иди арестовать, спасти. Иди спасай. Тоха, давай, давай, давай. Бах. И... мимо. По-моему, даже пистолет бросил. Так. Геральда мы сейчас не поведем туда. Ну, я даже не знаю. Стрелять. Надо гранатометы выделить. Стреляют они, интересно. О, стреляют. Куда стреляют? По кладбищу. Так, пираты довольны разгромом и уходят. Ничего себе. Ничего себе. Так, я недоволен разгромом. Я вам сейчас уйду. А, Геральда тоже ранили. Этого убили, хорошо. У него как раз Энфилд был. Так, ты у нас как раз тот, который... у которого ближний бой 7 был, да? А давайте мы сейчас... ты что-то умеешь вообще? Исследование, стрельба, общение, кулинария, медицина. Ну, мы пристроим тебя, я думаю, куда-нибудь. Так, пошли в ближний бой. Антон и Портер, давай в ближний бой сначала. Эти ребята, Санчо... давай, иди спасай этого. А ты... иди спасай Геральда. И желательно побыстрее. Желательно побыстрее спасать Геральда. Так, у нас же правильно только один он остался, насколько я вижу. Антон, терпи. Ты в бронежилете. Давайте, мочите его, мочите. О, так, тут... а, вот еще Джон. Причем Джон полностью здоров. Так, хорошо, Портер... Портер. Захватить. Все, погнал. Понес его. Отлично. Антон Сенфилда стреляет еще. Ну-ка. Может. Ух. А, все, он убегает. Хотя мы тоже немножко можем побегать. Давай. Далеко. Далеко. Ладно, все. Давай, занимайся теперь своими делами. Надо немного приготовить чего-нибудь, да, надо покормить теперь всех. Один Левин тут сидит и учит, и учит, и учит. Ну ладно, в принципе, пусть учит. Главное, что мы пережили еще одну атаку. Ну, странно, что они довольны разгромом, хотя я тут больше, по-моему, разгромил, чем они. Так, теперь, что нам нужно? Во-первых, нужно, чтобы сейчас все быстренько поели, Портер. Как-то нужды, скрытность. Так. Угу. Мы не достроим. Ну ладно, сейчас похороним мертвых. Так. Мысли. Хорошо, вижу мертвые тела. Ну, давай, покушай сначала. Куда ты пошел? А, пошел чинить. Нет, пока давай раздеваю вот это вот товарища и похорони его сразу. Хорошо. Этого точно так же. Немедленно перенести Джимми на кладбище. Все, больше мертвых тел нет. Все, да? Угу, все отлично. Но зато у нас есть еще один Элмфилд. Есть еще гранаты. Ну, гранаты это такое, пистолетики это такое. Главное, что есть еще один бронежилет. И это меня радует, действительно. Кстати, давайте посмотрим на... нет, он не воюет у нас. Санчо. Санчо, в принципе, неплох. Неплох, но он и так в бронежилете. Санчо. Ты, наверное, возьмешь у меня Энфилд. Гранаты что-то мне зажигательные эти не особо понравились, если честно. Они хороши в нападении, но в обороне... а, это дробовик даже. О, ну это тоже интересно. Дробовик я возьму. А Энфилд, кстати... а, у Энфилд... у того был, наверное, который убежал. Ну, в принципе, дробовик тоже неплохо. Я одобряю дробовик. Так, давайте посмотрим, кому нужно еще Портер. Ты одевай бронежилет в очередной раз. Голодание. Кто-то голодает. Кто голодает?
Сытость. Так, Антон, короче, подымайся. И надо кого-то попросить, чтобы он покормил. Вайс. Немедленно лечить. Немедленно лечить. Вот, сейчас его покормят. Психоз неминуем. У кого? У Геральда? А, Геральд тоже с голоду умрет потихонечку. Так, 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 куда ты? Корми, лечи, в смысле, немедленно. Давай, 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 давай. Есть. Фух. Покормили. Так, Портер. Плащ, бронежилет, футболка. Тебе нужно какое-то оружие выделить. Какое же тебе его выделить? Там гранаты. Так себе. Неинтересно. Пистолеты тоже неинтересно. Ну, ладно. В принципе, гранаты можно попродавать. Почему бы нет? Давайте мы их занесем на склад рано или поздно. И плащ. Кому-то можно еще плащ одеть. Давайте посмотрим. Чтобы у всех был рубашка, плащ. Бронежилета у меня нету пока что, да? Нету. Есть плащи. Куртки. Так, Левин в куртке, в рубашке. Кто у нас еще тут есть? Где? Кто где? Кто где? Где вообще все? Вон, Санчо бежит. Санчо с дробовиком наперевес. Нормально. Все пока нормально. Так, хорошо. Живем потихонечку. Давайте, может быть, еще мы... Хотя, в принципе, если картошку и ягоды использовать, когда закончится мясо для вот таких вот блюд, посмотрим. Посмотрим. То, в принципе, можно будет попробовать. Так, ну ждем, пока придут в чувство Геральт и наш последний пленный, который неудачно с гранатометом, с гранатами обращался. Так, и вообще мы можем теперь, да, продать, снять вот эту вот штуковину и вот эту вот тоже, чтобы достроить здесь вот эти штуки, чтобы провести проводку нормально. Так, хорошо, хорошо. Waters. Waters, узник, кстати, мы ему не поставили, да, общение не поставили, это. Но мысли у него хорошие уже, покушал. Чем он будет заниматься, я даже не знаю, но я думаю, мы найдем ему занятие. Будет, не знаю, деревья ходить рубить. Почему бы нет? Почему бы нет? Так, коктейль Молотова здесь. Здесь пистолеты лежат, ничего интересного. Так, давайте будем потихонечку восстанавливать нашу инфраструктуру в очередной раз. Раздолбанную. Так. Геральт наконец-то пришел в чувство. Так, теперь давайте построим оборону. Пока что я поставлю на тех же местах, точно такую же. Точно такую же. Может быть, даже как-то, я даже не знаю. Ну, потом еще переделаем со временем. Со временем. Со временем переделаем. Так. Портер. В принципе, мне не очень нравится, что Портер тратит свое время на вырубку леса. Но, с другой стороны, пусть тратит, по большому счету. Он еще и растения тоже собирает, так что не страшно. Так, торговец оружием. Сельскохозяйственный торговец нам не интересен, но торговец оружием — это то, что надо. Антон, просыпайся и иди пока что... Так, как он? Артем Ранский. Иди свяжись с Артемом. Может быть, нам повезет. Так, Геральт, по-моему, идет разбирать сейчас эту штуковину. Отменить. Отменить разбор. Так, Геральт. Отлично, все. Так. УЗИ, УЗИ. Пулемет. Пулемет. Я не знаю, как УЗИ.
у нас, да, дальность 24, пулемет 25,9. 5 выстрелов делает. Ну, вообще мне интересно, я хочу купить пулемет. Пусть будет пулемет. Странно, что я продать ничего не могу ему. Так, кому мы выдадим пулемет? Мы выдадим пулемет, наверное, нашему раненому, вот этому товарищу. Да. Так, ну-ка, возьми пулемет. Я бы, конечно, хотел бы тебе еще и бронежилет выдать. Кто-то как-то быстро склеился. Ну ладно. Так, кто там? О, упали недалеко какие-то предметы. Ух ты, сколько. Ага, это у нас боеприпасы. Боеприпасы. Если честно, не знаю, зачем нужны боеприпасы. Используются ли они сейчас или нет, но... Ну, пусть... Заберут их, наверное. Я даже не знаю, если честно. Они сейчас будут ходить голодные через всю карту. И может это ничем хорошим и не закончится вовсе даже. Ну, ладно, посмотрим. Так, можем сейчас пока что отключить крематорий, да? Он нам, ну, не нужен, в принципе, на данный момент. Так, и да, теперь давайте мы уберем, наконец-то... Вот эту штуку достроим здесь стенку. Я надеюсь, сейчас как раз... ну, подождем, пока Геральт проснется. Вот уже принесли нам первые боеприпасы. Шанс не удалось завербовать. Шанс 11%. Так, немедленно разобрать. Иди разбирай, хватит спать. Хватит спать, ты уже полностью отдохнул давным-давно. Так, хорошо. Теперь бы немедленно, чтобы ты построил еще эти штуки, было бы просто замечательно. Ну, оборону тоже, в принципе, надо построить. Да, надо, наверное, как-то вот здесь построить будет еще один генератор и обнести стеной себя как-то вот так, может быть. Ну, тоже стены, как мы видим, они очень быстро ломаются. Поэтому даже не знаю. Ну, посмотрим. Посмотрим, как там дальше оно пойдет. О, отлично, отлично. Генераторы начали потихонечку заряжаться. Можно теперь будет построить вот этот вот коммуникатор. На место вернуть. И я, наверное, еще поставлю... Здесь вот тоже парочку. Давайте их по очереди все-таки тогда ставить. Еще парочку аккумуляторов, чтобы они потихоньку заряжались. Ну и потом, когда нужно было, то энергия в расход. Ну, когда, допустим, сжигать кого-нибудь будем. Да, вообще нам энергия понадобится еще. У нас много разных штук, которые мы еще не построили. А построить хотелось бы. Поэтому пока что... О, хорошо. Турелька еще одна готова. Отлично, энергия пошла. Так, сюда набирается. Ну, медленно, конечно, медленно набирается энергия сюда. Ну, ничего, ничего. О, Вайс проснулась, начал убирать. Молодец, молодец. Так, теперь здесь. Здесь надо бы поставить раздатчик... Дозатор пищи. Вот он такой здоровенный. Здоровенный. Но, да, для этого нам нужно освободить или расширить данное помещение, да? И освободить пару кроватей отсюда убрать. Для этого нам было бы неплохо построить еще парочку домов. Так, экран исследований. Следующий... так... криокамеры для нашего космического корабля, в которых будут помещены наши астронавты будущие, которых мы будем увозить с этой планеты. Так. Давайте. А? А, наверное, здесь. Да. Так.
Как мы сделаем? Как мы сделаем? Наверное, вот так вот я как-то сделаю. Интересно. Во. Теперь тоже покрываем. А вот эту часть мы разбираем. Как мне тебя разобрать? Как мне тебя разобрать? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Копать, убрать, не знаю, копать, нет. А, вот разобрать. Тут я отменить нажимаю. Надо вот разобрать, отлично. Отлично. Так, и тоже покрытие постелить еще сюда. Поставить двери. Вот сюда и сюда, я думаю, да? Отлично. И поставить вот эту вот замечательную штуковину. Как она? Где она вообще? Я уже забыл. Производство, да, дозатор пищи. Вот таким вот образом я его хотел бы поставить. Угу. Не получится так, как я хотел. Ну ладно, в принципе, и так будет вполне нормально. К нему поставим хопперы. Хопперы, они только к нему как раз и ставятся. Вот, три штуки, четыре даже можно поставить, четыре хоппера. И лампу здесь нужно поставить. Блин, опять как во время грозы, конечно, очень громко. Лампу сюда поставим, в принципе, и нормально. Ох ты, ёлки-палки. А? О-о-о! Три миномета. У них три миномета, ребятки. Три миномета. Одним уже они меня обстреливают. Вот это да. Вот это просто подстава какая-то. Блин, ну ладно. Ладно, сейчас меня полбазы разнесут, я уверен. Потому что миномет это очень серьезная тема. Но я пойду сейчас в атаку. Но, наверное, пойду уже в следующей серии, да, у нас мы оставим самое интересное на следующую серию. Попробуем как-то... И место у них здесь еще такое, да, нам придется все равно пробиваться только через эту сторону. Но я даже не знаю. Хотя мы можем взять сейчас как раз гранаты и пойти забросать их гранатами. Посмотрим, что получится. В любом случае, пока что, ребят, я с вами буду прощаться. А самое интересное оставлю на следующую серию. Всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.